Прием, прием. Здорово, пацаны. Да. Привет, парни. Привет. Сейчас мне там должен суппорт принести мне. А, уже поставили Гарик, все. Надо бы на. А, вон на ферме только что поставили. Там, короче, прямо по реке возле дома. Там пиздец сколько народу. Я еще раз отмаркирую сейчас. Там и суплай упал, кстати, вообще. Пока не вижу. Ну, все туда стреляют. Но они там ведут. Бля, охуенная, охуенная точка появления. Топ. Да съебись нахуй. Там, блядь, пулемет так хуярит, да, блядь. А, пулемет, да. Надо, главное, до дерева дойти, блять, а там будет легче. Пулеметчика завалил около дерева, а двое, один слева, один справа ползет. Еще припасы на огневую точку. Там народу, кстати, нет, надо забегать от этого дерева пробовать. С точки С6 через канал. Не, бля, пытаюсь на этот С6 пробраться, что-то никак, бля. На С6 я пулеметчика завалил, двойка ползет. Тупо ползет, блядь, и все. Больше там нет нихуя никого. Ух ты! Нормально, я не вижу. Ага, блядь, ты далеко, по-моему, забер. А, или это где? Где-то там. Блядь, тут вообще народу по этому каналу прутся. Да, перееться они могут как угодно, ты залезь наверх, главное. Видишь, чувак наверху сидит. Сверху хуярит, блядь. Чуть левее обходишь, блядь, и направо заворачиваешь под дерево, блядь, и залезаешь наверх. На тебя ведут твой лицо. Далеко что-то пробежал, бля. Вон слева говно бежит, блядь. Они здесь после дерева, пиздец. Он справа снял. Смотри, слева, слева чувак бежал. Где-то, блядь. Или уже помер, блядь. А, вон. Вон, смотри. Блядь, не могу тебе показать.
вон вижу, да вижу, как по воде прям бежит. Ага. Упа. Вот здесь нормально забегать, блядь. Вот сверху, ёпта, видно все, блядь. Охуенно, все каналы видны, блядь. Да я бы кто и вот в угол цешил. Вон, вон, смотри, прошел. Пушка, блядь, стационарная стоит на 18. Видишь? Сейчас посмотрю. Да, пустая. Да, они все съебались оттуда, блядь. Они все по правой стороне, блин. Вон, смотри, суплай к ним еще падает. Да у них тоже третья, четвертая. Они вот здесь прям, они прям резаются. Вот здесь я сейчас маркерну. Вон, да, рядом с этим, блядь, с трактором. Да. Да, там резаются. Я хочу налево к Иви пробежать. А, о, там вот здесь был, говно. Слушай. Сейчас. В канале прям. Есть. Вот где моя стрельба, ага. К Иви в угол С6 ползет один. А, вот он танк стоит. По правой стороне канала. Вот где пушка, они перебежали на правую сторону, и там, где пригорок, блядь, торчат. Человека два, наверное, там есть, точно. Я хочу проползти к тому каналу в левый угол. Там аванс поставить. Нихуя, я не получилось. Вот здесь в канале говно разъебал вроде. Здесь бы со снайпой заесть вообще кайф был. Да, здесь был бы вообще отличный вариант. Я пока здесь сижу, прикрываю, если что. По каналу народ, конечно, подваливает, блядь. Аккуратно, слева есть. Короче. Слева есть. На западной стороне очень много народу. На огневой точке с западной стороны прям очень много. А один с кого-то снайперов, блять, может на снайперку сесть, я тут нормально еще народ пощелкаю, блядь. Тем более на немцах, блядь. По каналу идут. Угу, ты по нему стреляешь, но не попадаешь. Да, да, да. Он ползет, там паразит, блядь, ебучий. Блять, вот со снайпой здесь вообще все видно будет. Да танк, блядь, скиллы набивает, блядь. Вон еще вдалеке, чуть дальше. Так, смотри, там слева, чтобы не было никого. Поглядываю вроде никого. 2-2. Точка. Давай я тут пока под прикрытием веточек, блядь. В принципе, если что-нибудь подползти, конечно, там будет выбегать будешь. И прям здесь колючка. Бля, как будто в упоре у этого Джонни есть хер какой-то. Да, перед ним там впереди есть типа один лазер. Да? А, забегают еще новые в канал. Mm.
Там снайпер, блядь, работает. Не дал мне проползти, блядь, на левую сторону. Слушай, ну там вроде народ весь бежит по этой хуйне. Ему тоже, наверное, стартануть стоит уже. Кто там танк стреляет через холм? Блядь, перезарядка. Так, я по каналу, наверное, стартануть. Блядь, ну почему, блядь? Если я включу, но я буду не че тут, блядь, а пушку-то разъебали, да? Да, да, на пушку взорванная уже. Оспаривается, смотри, да? Блять, не вижу нихуя его рядом с танком никого, блядь. Ой, с этим с трактором ебучим, бля. А, вот давно, блядь. Свой, что ли, не пойму, блядь, сзади, блядь, кто стрелял нас. Блять, снес меня рядом с трактором. Аккуратно. Так, пошел захват. Ты там что переставлял поближе вам, нет? Блять, сука, сняли мне. Блядь, за трактором Иван, скажите, не горе кого. Да, я ж тебе говорю. Трактором. Да. Блядь, надо красный чат потише сделать, блядь, пипец. Просто замучили. Да, он орёт, блядь. У него микрофон. Ну, по идее, ему надо сказать, чтобы он уровень микрофона поставил бы на 30-40. За счет этого он прям орёт, как не в себя. А Гарик не видели, Гарик с нами. Бля, опять точка возвращается обратно, блядь. Опять геморроем сейчас. Внизу где-то ходил. Вот с той стороны метку кинул. А вам мы с трактора снимали? Хуя. Я на типа наступил. Пулеметчик лежит. Я сначала думал труп, блядь. Такой-то нет, живой лежит, блядь, застрелил его на. Он не зарубил лопату, лишь застрелил. Так. Что там рядом с трактором еще кто-то тусуется? Да, вон там стоит. Я один разрушил, но, не, но за трактора я не разрушил. Ну, понятно. Контакты. Смотри, там ушел, вон, ну, Лаковский был.
последний, да? Возле этого нет. Не, нормально. Блять, ебаный командир. Тупорылый, блядь. Блин, а своих. Так, ну я сейчас, если фартанет к трактору, так, прям подбегу. По дорогу, чек. Они опять туда, блядь, припасы скидывают. Вон он побежал туда, в эту сторону. Так, ну все, я к трактору подрулил. Три к одному у нас здесь, блядь. Нормально, чё. Три к двум. Так, ладно, в круг. Справа нас обходит, справа. Гранаты туда не закинули. Как близко, блядь, не закинули? Чё-то гудит? А, это наш. Блядь, не закинул, да? Тихо. Страны хуярят, что ли? Блядь, арта. Ёбаная арта, блядь. Ну, она кучу на там ударила, блядь, там наряду столько сидела рядом. Блядь, голову ебанул, пидор. Да всё, хана им. Точка наша. Там товарищи ходят, блядь. Там, где говорят. Ну, следом. Да, они туда морпингуют, пацаны. Или там что-то стреляют туда. Увлечённо. Посередине что-то какой-то замес. Да ёб твою мать. Там, танк едет на мне. Где там? Метку кинешь? Ага. Где-то там, ага. На меня. А на точку, да? Не знаю, ладно. Я пока не стою. По над забором идут. Так, у них, Гарри, кстати, еще, возможно, живой, если они ставили. Это рано спать. Да, я так думаю, что серединку стоит почекать. Потому что, блядь, сейчас это насъебемся, вся эта на хуйня на пойдет на оттуда, блядь. Уже, блядь, нахуй, по каналу он тут бегает, блядь, охуеть вообще вкрой. Смотри, всех отъебали на середине, блядь. Авантпост горел. Так, поехали. По воде, походу, идут. Там можно по воде идти. Ебаная. Не попал. Вот здесь говно. Я на танк, короче, стараюсь. Это танк там заливает, да? Никто не дымит, да? Все просто бегут, блядь. Ой, ебать, народу тут бегает с середины, блядь. Или чечунка ему. Рядом с к нашему. Рядом с нашим аванпостом, блядь. Эй, блядь, все, подстрелили меня. Все, пиздец, здесь народ бежит. Надо нахуй правую сторону закрывать, бля. А то они же опять отъебут, блядь, да. Так, одна. О, там тут. Ну че? Я только один раз въебал в танк, ебаный. Там уже кто был знал? Пакет. Я кто же знал?
Так, у нас аванпост горит. Аванпост горит. Все, спалили, блядь. Спалили. Сука. Пятый раз сидит в кустах, блядь. Первые кусты. Проходишь слева, блядь. Прям, прям на вот. Черт, на меня сняли. Где-то сбоку. Ну вот этот хуй, который меня застрелил. С канала ты прошел чуть дальше вправо, а я влево думал пойду, блядь. А там какой-то хер сидел в кустах. Бля, там наших, вот там. Наших хуярят от души просто, блядь, там. Да нет, блядь, это надо закрывать нахуй эту уебищную дырку, блядь, пока они не проехались, блядь, по нам. А то мы сейчас без точки останемся. По идее, боеприпасы и... Так что предлагаю на гарнизоне посередине, где ферма Мадлены, оттуда хуярить к ним. Из пушки, потому что они там, конечно, начинают прессовать. Так что надо по-любому, блять, вот эту вот хуйню, блять, вот это все, что там есть, все убирать нахуй, блять. У нас тут прямо грузы. Пацаны возле гарнизона. Гарнизон идут. Вот оттуда меточку кинул актуально. А, здесь мы закрыли колючкой. Так, корявенько мы закрыли, блядь. Сюда дымят. Какого-то танка прилетает. Или пушки. Блядь, скорее всего пушку, раз они строили уже. Значит, еще раз строят. Ну этот, артиллерийские смоки пошли. Под точку. Снайпер работает. Вот это тот. Не знаю, откуда. Крыса, блядь. Там прозрачный куст сидит, блядь. Мы разменялись, блядь. Минус сульфур, я ей ебал. А, ДМИ, скорее всего. Еще есть. Вот тут, возле Ивы, воды вот. Минус еще. Отсюда, блядь, бегают откуда-то. Блять, куст прозрачный, где это? Вон они себе скидывают припасы. Вон там. Сука, гандон. За левым кустом он прозрачный, короче, с его стороны. Он ебашит, сидит там, блядь. Здесь от канала налево, понял? От первой игры, да, кустов? С обратной стороны куст прозрачный. Он там сидит, настреливает. Пачук над нас. Все, как пушка заменили. Танк.
стреляет, там еще танк, что ли. Аванпост разрубал здесь. Блять, отъебал нахуй. Ай, дяди, блять. Что-то едет. Сульфур, с левой стороны. Снайпер работает, с левой стороны. От тебя. Слышишь? За танком. Так. Вот там у нас бегает. Блять. За танком бегает. Вот она бежит, смотри, оббегает. 400 метров. Блять, а у них там гарнизон, что ли? Или что-то типа того, блядь. Я ж предлагал зайти с центра, нормально пойти разобрать их, блядь. Сидим, что-то нас уковыряем, блядь. Блять, парики идут уже по каналу. Там какие-то дымы, блядь, посередине. Пидораска. Возле, блядь, артиллерии сидит Хукин, блядь. Да ёб твою мать. Ну, а снизу же гарнизон, блядь, под вопросом посередине, блядь. Там у нас на базе стип сидит, блядь, возле артиллерии. Пока мы не отъебнем посередине точку, блядь, можно даже на канал не заходить, блядь. А там возле тебя прям танк, да? Ага, да, он меня въебал. Что за танк? Где там можно приехать на танк? А что спиной здесь? Ебать, у меня 185 тут. 140. Да, ну хера сорваться. Это сорваться. Блядь, на сотку. Кто у нас там зеленый на точке около танка? Только что отлетел. А что за танк-то? Да, блядь, то ли танк, то ли либо пушка. Что за танк? Не, там танк стоит, я видел его. Что за танк? Да откуда я знаю, что за танк? Я слышу выстрел, средний, я поставил средний, метку. Либо тяжелый. Так я и спрашиваю, в курсе или нет? Ну, средний. Может нам попробовать пушку выставить, блядь, из пушки его захуярить? Там, если вверх от огневой точки, то там был 76-й. Давай, это вам нужен кто? Там два танка стоит. Два танка. Можем попробовать левее чуть крутануть и похуячить по нему с пушки. Так, да, можно, там видно будет как раз. Мне пересесть обратно с этого, с противотанкиста. Ну, у тебя третья есть раскладка? Нету. Иначе пересаживайся на supply второй. Или первый, какой у тебя там есть. У меня supply первый есть. Иначе первый бери. Хорошо, все, я пересел. Где мне
поставить ящик? На аванпосте я сейчас резну, сейчас слева крутанем, где два синих чувака бегают. Попробуем оттуда нахерачить. Ну хорошо, я жду. Ты резаешься? Да, 8 секунд. Давай, я за тобой. Только максимально как-то так незаметно нам. Пока вот. Не кидать? Нет. Так, 3 на 2. Бля, ну ты едешь. Давай, давай, крути со мной. Давай, давай, давай. Канале прям здесь. Вот тут танки. У тебя, вот у тебя бинокль есть, бля? Бинокль, вон вижу танк. Вот это, по-моему, да? В бинокль там посмотрите, пожалуйста. Один тут, а я другой вон стоит. Там два танка. Обстреливают. Бля, попробовать вот так сюда. Бля, а будет заметили, ёпта, бля. Блять, кек. Это тебе пулемет, да, уебан? Угу. Ща, возражусь. Бля, он видит дохуище, прям чем больше, чем нужно. Так я тебе больше скажу, это, блядь, по-моему, был пулемет водилы, блядь. Это я не знаю, там как надраться надо, блядь, чтобы это, так стрелять, блядь. Хотя, если чуваки только на танке сидят. Ну, ты его зажимаешь, просто медленно водишь, он нормально им можно посидеть. Да он сходу как-то ёбнул, блядь. Там, да? Бля, сейчас еще накроет, ёбка. А они уже в канале сели. Живой? Живой, блядь. Я тоже живу. Внутри там танк простреливает, там бит. Уже по тебе работает. Нет, по тебе. Да, ставить на точке. Так, если припасов нет, нихера. Блять, мне, короче, можно попробовать выебнуться, прямо перед кустами поставить пушку, но мне четкая метка нужна будет на танк. Блять, за кустами лучше будет. Смотри, просто отсюда тоже они не видят, метку дадим на танк и ебанешь нормально через кусты. Вот здесь, посмотри, пожалуйста. Бля, ну там нас справа отъебать еще могут, понимаешь? Мне вот чем справа дальше, тем лучше. Три надо вам. Не, вроде. Ну, ты видишь, справа стреляет. Так это танки. В основном это танки. Да, давай, короче, вот с этого куста попробуем все-таки. Давай, давай, давай. Полтинник где-нибудь вот здесь скинь. Вот тут. Тут, наверное, полтинник. Ты хочешь между кустом и мостом, либо вот этот? Вот здесь глянь, скинь, я вот перед этим кустом сейчас поставлю. Но мне надо, чтобы прям меточка хорошая какая-нибудь была. Ёбаный там, блядь, повернись налево. Тебе, блядь, 500 маркеров поставили. Возле дома аван, блядь, стоит. Куча народу вот справа от точки, блядь. Пидорас, ну, прямо только смотрим, блядь. Ага, блядь, танк что-то неудачно ты скинул ящик, блядь. Кирпушка не встает. Блядь, куда сказал, туда и кинь. На, минус. Ух ты, у меня гранатой красиво. Слышишь, а если мы вот сюда никак не зайдем? Смотрите, сзади справа аванпост светится. Чё толку-то уже? Я уже... Он уже, блядь, около бункера, ёпта, народ отстреливает, блядь. Да, не, да, я... А, они уже на этой стороне, блядь. Южный гарик. Вот здесь они уже, блядь. Южный гарик какой? Южный гарик уже 100 лет горит, блядь. Там разведчик один, я его убивал пару раз, всё. Я туда решил зайти сейчас. Нет, он аккуратно, там прям сюда смотрит все время. Блять, артиллеристы, вы не вовремя.
Тачка какая-то едет, блядь. Наш. Тренись или ползи, ебать. Чё тут, блядь, разъебали твой полтинник, блядь? Ах, суки, ёбаный. Да, пока здесь там что, пока у тебя там отрезается, блин, твой болтор. Вон они вот около дома уже. За домом, блядь. О, опять меня прибнули. За домом слева. Минус один, который за домом был. Ебать, это как? А, Гарик, танк? Сняли. Просто танк хуярит. Аванпоста тоже нет. Да, вот да, да. А, это бомбежка была. Ёбан. Пизда, все, блядь. Слили. Ставь там. Ты ставишь или ты... А, ну все, хорошо. Да, там суплай есть или нет? Нет. У тебя еще половина даже не отрезалась, наверное, да, по суплаю? Ящик. Я не знаю, я умер. А он так же кдешится дальше. Больше половины. Бля, ну держим тогда, хули делать, блядь. Гляньте, здесь надо ставить его нахуй, все, блядь. Чтоб там как бы не разрешил приехать, блядь. Кого? Так, там Гарик и стоял. Его там сняли. Нет. Там, блядь. Во, дымы слышишь слева от дома? Вот, тут дымы. Да, да. Там, собственно, канальчик. Под прикрытием танка. Я гранату туда не убил. Под хату. Ой, своего не убил. Страшно. Блять, какие-то залаганные гранаты, блять. Ну куда ты сунулся, дебил, блядь? Бля, этот танк там до сих пор стоит, да? Вот здесь, вот здесь. Блять, вот здесь. Там снайпер воюет, снайпер воюет. Вот здесь, как мне помогите. Так, припад накинули, пойду поставлю Гарик. Давай. Далеко, боюсь. Скинули полтинник. Хотя бы так, да. Блядь, да что с гранатами? Влагают гранаты, блядь, залаганные. Опять слева дымы. Не, не всегда, вот здесь, да, багуют. Нет пока. Нетман. Пока нет. Нетман, давай. Нет пока. Подъезжают. Танк подъезжает, вот он, блядь. Ты там соскидывай, ты сараем сюда, на аванпост. Пока ничего не делаю. Что? Народу сюда подвалил, пацаны, вы чё, блять, сейчас нас так ёбнут нахуй, блять. Меня, блять, подперли там типа вообще, да, там. Это просто какой-то трешняк нахуй. На ферме Мадлен, блять, Гарик покраснел. Это разведчик ебучий лазит там, блядь. Блин, даже танк, блядь, все нормально. И он сейчас это тоже разберет. Ну, в принципе, по времени он как раз, наверное, туда и пробрался. Я туда резусь. Опять Гарик это снесли, блин.
Там на... Ну ты его, ты везе с арам стояли? Танк, танк, танк. У кого против? Давай я его везе с арам поставлю, попробуем. Блять, танк в упоре прям. Прям в упоре. Я поставлю подальше. Блять, не успел я резнуться, короче. Я поставил, вот здесь. Я думаю, что... А вы здесь же разорвали? За домом? Да, там же за домом. Ёбнул. Пиздец, блядь. Надо искать, блядь, его, этот, аванпост, блядь. Блядь, где наши танки? Я нихуя не понимаю, блядь. Ну, одна пантера подъезжала и все, это сдохло нахер. Ой, ебать, один за рулем, и тут один за рулем. Вон говно, смотри, сколько говна бежит. Два человека, блядь. На командира. Алексей. Вон там двойка бежит, да. И плюс еще кто-то у нас здесь через дорогу есть. Ну танков нету, блядь. Да они вон едут, только от них не очень да. Толк, они поодиночке. А здесь именно с поддержкой танка, по-моему, только нормально будет работать. Не знаю, что делать. Возьму на суплай и уеду, блядь, в сторону. Вправо, блядь, куда-нибудь. Там по дороге тоже танки, блядь, маякуют. Заебали, блядь. Танк. Танк. А, это наш танк, блядь. Куда пантера, она, блядь, едет. 76-му, блядь, нихуя она не сделает. Сделает, почему нет? 76-му блок, она ничего абсолютно не сделает. По башне сделает. Башню 76-й развалит несколько вариантов в лоб. Это ты либо ему по коробке передач лупишь, блядь. Но надо очень хорошо попасть. Либо ты ему лупишь по этим. По слева-справа от пушки. В идеале вообще можешь выебать ему в дуло, блядь. И тогда башня у него сразу отвалится. Пантеру 76-й тоже в лоб не пробивает. 76-й пробивает ее с одного выстрела. В лоб нет. В лицевую броню. Да. В лицевую броню с одного выстрела. Вообще всего просто стреляешь, он разлетается, пантерка. Если тигр, это другой вопрос. Бля, вообще трешнина, я вот опять взял суплайку, блядь, опять типы лазят, блядь, просто у нас двое, двое бегут по тебе, двое бегут по тебе. Блядь, танк, танк заезжает на ебло. Танк просто на ебле. Танк здесь. Команда, what the fuck are you doing, а? Build garrison, man. How about you fuck off? У нас опять это чикрыжили, аванпосты и Гарик. Гарик, да, опять слетел, только что посмотрел. Как бы здесь. Еще бы не лагало, нахуй, не было ехать там нахуй. Ну, у нас, блядь, прям лежал этот долбоеб командирский, блядь. У него прям перед ебалом разобрали гарнизон, блядь. Слышите, сзади, со спины идут. С той стороны. Троих видел. Командирский долбоёб.
Ну, я, он мне нахуй послал, я его пристрелил к хуям, блядь, чтобы не выебывался, блядь. Я когда зашел, он сказал, вон, говорит, я первый раз, говорит, играю за командира. Со спины идет трое. Вон, перебегай дорогу. Блять, ебаная игра, не лагай, блять. Добро. У нас справа по каналу. И припасы нам за спину летят снизу. Бля, точка падает. Надеюсь, танк туда, блядь. Вон толпа бежит. Ух ты, блядь. Пацаны, ну на нашем аванпосте. Прям на нашем аванпосте. Блядь, убили нахуй. Точку забирают. А ее и заберут. Нет, мы сейчас и Мадлен отъебнем, блядь. Потому что у нас нету нихуя на Мадлене, блядь. Давай беги, беги обратно, короче, здесь 150 припасов есть, хотя бы здесь успеешь гарик поставить, бля. Если выживешь. Да я мертв уже. Ну, блядь, у нас не на перекрестке. Ну, все, пизда меня, ну, нахуй тоже отъебнули, блядь. Вон, бля, побежали, побежали, блядь. Блядь, сука. Да, блядь, сука. Нет, Гивер 43 мне однозначно не нравится. Как-то непонятно, у него отдача такая сильная. Да, отдача не сильная. Прям моя любимая карта. Ну, мы, блядь, сейчас прям три точки подряд, блядь, отъебнем нахуй эту, блядь, Мадлен. Прям сейчас сразу улетим, потому что там уже народ сидит, блядь. А Гарика там нет нихуя, блядь. Они оттуда, они шли оттуда, да. Защита моргает, там кто-то да уже есть. Я говорю, это война. Сектор получается еще четверо, 7 человек в секторе. 7 очков против там скольких-то. Здесь сидит один. Еду, блядь, мне страшно, он дергает постоянно, понял, блядь. Ну да, логично. Это и раньше было. Гранат кидаешь, такой тринк, тринк, тринк. Угу. Ну, блядь, еду, куда не поехал я или не доехал. Ебать! Тут хуй сидел, блядь, не застрелил, я припасы сбросил. Да, там народ, блядь, подсиживает нормально, блядь. Отец.
не отдыхать. Был все лагает, блядь. Еще бежать хуй знает куда, блядь. Да, авик хотя бы там воткни. К дому надо смотреть ближе, наверное. Что, нет, ничего нигде. Ой, кого-то отъебал здесь, блядь. Вот тут. Вон там. Снайпер. Там. Там они рисуют. Еще дальше. Ага. Убирайте, потому что, по-моему, блядь, все пошли к ферме Мадлен, так ни хера гарика не поставили, блядь, кого-то. Смотри, светит. Так, а, блядь. Это не там. А, припасы-то, блядь, танк уже все сдул, значит, были припасы. Да, где дом там? Алоэ. Арбуэ. Сейчас,
Здорово, Дерминатор. Он бежит, бежит слева от моста. Двое. Так, одного я ёбнул, второго нихуя не понял. Нет, судя по всему, блядь, второй жив. Упали снаряд, упал туда этот припасы. Блять, кто грал? Ёб твою мать, я чуть не обосрался здесь, блядь. Дымы так откидывать, я думал, граната уже прилетела, блядь. Ну и чё, у тебя там пиздец здоровая трещина, блядь, в пальце? Чё, подрезали просто? До конца месяца, нихуя ты, блядь. Не знаю, я поставлю на всякий случай. Ну, блядь, нехуй на старости лет брейкданс, блядь, крутить, нахуй, на новогодние праздники, блядь. Теперь, блядь, да даже в это как. Бля, ну тебе только в этого хуярить, блядь. В призрак Цусимы, блядь. Хуячить, блядь, одной рукой всех, блядь. Мечом. Еще им туда припасы. Это наши, по-моему, припасы, нет? Нет, на перекусовке. Че, пойти посмотреть? Застрял. Блять, ну. Где-то откуда убили? Порнхаб настало твое время, блять. Он вот здесь бежит на моей метке. Вот он, блять, лежит. На метке на моей бежит. А вот припасы падают. А он как раз к припасам бежит. Вот он, смотрите. Как у тебя с периферийным зрением, чувак, да? Никак. Там танк еще. А чё на метке? Это горевший. Бля, ебать, тут в этой луже, блядь, по-моему, утонуть можно, нахуй. Мне кажется, я, блядь, один раз в какой-то такой луже, блядь, утонул. Ай, ебать, это наш танк-то, ёпта. Где припасы, блядь? Где а мешок, дальше, блядь? Где-то здесь был, блядь. Блядь, вот эту пизд... хуёвину мелкую хуй заметишь, блядь. Или её уже разъебали, блядь. Блядь, или где-то за кустами упал. Куда он пиздякнул остальные? Блядь, где мешок? Мешок где, блядь? Ну, на той стороне где-то попал. Ты сейчас здесь, по-моему, потонешь, блядь. Могла просто это... Ну, спасибо. Куда попало, например, в речку. Не там ты переходил, стал. Флип, короче, палец себе сломал, прикинь. Обо что?
знаю. Но в это подпраздновал как-то. Он сейчас как раз стримец смотрит, говорит, чтоб снимок ему делали, и у него в итоге перелом. Сначала думали вывих. А ты стримишь? Ну, сейчас запустил, да. Ну, я периодически, бывает, запускаю так. Геморроя слишком много со стримами, блять, он постоянно отваливается. Ну, по большей части. Где, на Ютубе отваливается? А, нет, на Твиче. Да и на Ютубе та же хуйня. Это бывает, да. Ты бывает ресаешься, короче, блять. Хуяк отъебнулся, блять. Стрим, опять заводишь его, блядь. Пиздец, далеко. Это, вон еще один плацдарм, видите? Где? Опять. Да вон, прям. А это плацдарм? Меня не видно, нихуя, да, далеко это, очень. Это бля, но мы уже не добежим до него, нихуя. Поставь просто тупо позади, где, короче, блядь. Я нихуя не вижу. Ой, еще дальше, наверное, блядь. Здесь даже, наверное, где-нибудь, нет? Бля, пиздец, мы не добежим, нихуя, блядь. Пойти, может, по прямой, по дороге, блядь, пробежаться. Просто завернуть налево, блядь, и в огневую же бежать. Короче, до конца месяца флипу сидеть. Где-то в той стороне. С этим, как с гипсом, блядь. Большой палец правой руки. Блять, 13 минут, хуёво, прям пиздец, блять. Чё ты говоришь? Надеюсь, они меня услышали. Кто? Это хуйня упала. А, красный чат ты имеешь? Нет, я думаю, там, блять, частично такие же залупники, блять, как наш командир, блять, 18 уровня. К которому ты подходишь, говоришь, построй гарнизон, он тебе говорит, иди нахуй отсюда, блять. Ну и получил, блядь, лобешник, блядь, за эту хуйню, блядь. А, ну точка захватывается уже, смотри, да? Значит, они выгрузились, блядь. Чё скидывает, где, блядь? Вон, видишь, скинул? Вон говно бегать, ебать, вон, смотри, блядь. Видишь? Отмечай там гарнизон. Да, забирай только у дома, а не, блядь. Они перебегают через... А, вижу, вот они бегут. Да. Займитесь, наверное, им, я сейчас... Четверо. Ага. Пятеро. Там ща дохуя говнеца будет, блядь. Ты отметил там, Гарик? Да. Вы мне что, поможете? Там человек 6. Прям за домом, блядь, высадили все. Ну гарнизон они, по идее, если построят, блять, он не алё будет. Он аванпост. Потеря контроля опять. Бля, вот здесь говно какое-то сидит, сука.
Тут горит, у них стоит. Ах ты, блядь, спину. Блять, опять нихуя не вижу, блять. Вот где они, блять, опять все это говно, блять, построили, ёпта. А, вот то где, блять. Вот суплай, блять. Так, я суплай отъебнул, короче. Кто-то вам пост еще. Да блять, твою мать, откуда, блять, опять в том же самом месте, блять. Да, там он там лежит. Я так мне прям в этом месте, блядь, где-то через речку. Вот где тебя убили, он прям лежит там. На моей стороне кто-то валяется. Вот здесь валялся, я его убил. В районе здесь он был быть. А здесь он пост стоит. Блять, он бежит, блять, пакет, я опять в карту смотрю. Откуда, блядь? И кто ему так впердолил, блядь? Другой танк, что ли, не пойму, блядь. На моей стороне кто-то есть, нет? Не знаю, я нету. Твои, блядь, ебушь. Или... О, аванпост, что ли? Добрый да, вечер, да, блядь. Ты три раза сказал. А, ну так я... Упачки, блядь. С вашей стороны кто-то по мне ляпнул, блядь. Да, это свой. Заебал, блядь. Блядь, бесишь меня. Далее, блядь, гандон. Блядь, что, еще и точку проебываем, блядь. То не успели захватить, да? На мне. Блядь, танк, вот я не понимаю, блядь, едет, блядь, толку никакого от него. О, я слышу. Надеюсь, погиб, блядь, на мне ави. Я слышу. На мне полночь. Так, в кустах, да, я так понимаю, какой-то говнецов. Впереди где-то. Ой, граната. В окопах сидит. Ага, еще аванпост вижу один. Блять. Ну успел ёбнуть я его. Успел. А он пост я ёбнул здесь один. Вот здесь в кустах. А, нет, наш, блядь. Бомбежка летит, что ли, блядь. Нет, подой, да нет, блядь. Сосичка падает. Или смазка. Нет, не прокатит, а тут не надо. Ну здесь никого нет, остается только заваливать, блядь, на эту хуйню. За 5 минут, блядь.
Ну, а вот да, обстрел. А чё, у нас Гарика так и нету на Мадлене, да? Охуенно. А ванпост поближе воткни хотя бы тогда. О, говна, вот здесь бегает много, блядь. Ну, поживи, пока не умирай. Убоима, блять. Давай, спокойно, чухлик. Да не надо. Не наш. Плацдарм, надо разъебывать плацдарм. Что, впереди плацдарм, что ли, упал? Да, их плацдарм упал. За трактором сидит. Все, отъебнули меня, блядь. Да, такой себе. Два танка, танкисты слились. При этом 49-49, господи, блин, как так-то? Ну, я что-то так, не уверен, что у нас там какие-то два шансы. Два полных сквада танка. Тенс. Да, два полных танка и один одиночка. О, все горит красный. Кто-то уже подбежал. По дороге там. Снизу, скорее всего, забежали. Красный, это я так думаю, что снизу.
круто без связи играть. А ты переключаться-то пробуешь? А нет, даже вклад. Ну, перезашел бы тогда. Я перезаходил. В игру. А. Выключить игру и зайти заново. Переходить мне все равно надо, да? Ну да, сейчас надо будет, сейчас те очки начислят и... Да, мне столько раз нужно было вам сказать, там что-то еще. Я как будто щенок, блядь, выброшенный все ага. Под дождь. Так, что, выходим, да? Хуя ты, блядь, что захотел? А я думал, я уже это, у меня на загрузке стоял, я загрузки отключил там. Ой, да. А что, нормально тут место уже... А, да, уже нету, блядь, ну ладно. Ну, я примерно и вашу боль чувствовал. Вы там, наверное, тоже матерились, ругались, да? Не знаю, что он там извинялся, когда, блядь, у него перед ебалом сняли, блядь, гарнизон, и я к нему подошел и сказал, хули ты. Он лежит, блядь, в метре от него просто, блядь. Он за стенкой у него. Ну так в карте, блядь, видно, что он красный, наверное, блядь. Короче, я ему сказал, хули ты тут делаешь, блядь. Он мне сказал, блядь, отъебись нахуй, я его застрелил. Наверное, да. Нехуй, блядь. Надо следить, блядь, за словами, я ты что говоришь, блядь. Ты сам-то на сервак зашел? А, воду. Воду я и без приглашения зайду. Ну, я думал, ты уже в катку залетел. Это кто-то из нашего взвода был, что ли? Командир? Сина там, да, свистните. Будет Сина-то заходить, нет? Все там, никто, нет, никого больше. Так, давай, на чат, короче. Ты игру-то закрыл, открыл заново, да? Да, да, да. Сейчас проверю. Давай, я сейчас это быстренько пойду тогда. Угу. На 2 минутки сбегаю и вернусь. Так, я перехожу на чат тогда.